Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Кофи и Олвер. Всем привет, ребята! И мы сегодня вновь будем открывать кейсов CSGO, друзья. Как вы помните, надеюсь, вы это помните, что совсем недавно мы решили попробовать такую тактику, меняя картинки, начиная с Сильвера 1 и заканчивая Глобалом. Да. Вот. И как раз-таки сегодня настал тот момент, когда мы дошли, наконец-таки, от самого начала до самого конца. То есть у нас сегодня завершающая, так сказать, наверное, проверка этого ритуала, этой тактики. У нас сегодня ранг Глобал, как вы видите, да, вот здесь на аватарке. И я решил сделать реально что-то особенное для этого. И, ребята, я надеюсь, вы готовы это увидеть. Сегодня, вот сейчас, знаете, барабанный дробь. Давай. И сегодня мы будем открывать 50 кейсов. Вот они, ребята, вот они, 50 кейсов. Вы понимаете, что такое 50 кейсов, просто друзья? Просто жесть. Это да, что-то, конечно, в последнее время я прям вообще очень-очень много кейсов открываю. Вы, наверное, это тоже заметили. Очень много денег, на самом деле, во все это вливаем, ребята. Ну, надеюсь, сегодня хоть что-нибудь окупится, потому что кейсов у нас реально много. Вот, ну и, Димон, давай уже будем просто, наверное, даже просто по порядку открывать. Давай. Вот реально неважно, потому что у нас их много. Если мы сейчас будем у друг друга спрашивать, какой кейс открывать, то это будет пипец как долго. А кейсов у нас сегодня реально много. Ну и начинается все с негива почвы. Да. Вот, к сожалению, плохое начало, плохое, но... Ну, еще 49 кейсов впереди, поэтому... Да. Может быть. Каких только нет у нас сегодня реально кейсов, ребята. И всяких браво. Ну, в общем, реально, вы все видели. Блин, ну... О, Кортесер. Браво, Кортесер. Ну, вот что за троллинг? Вот что, Габен, что начинается вот за фигня такая, да? У нас, ребята, сегодня и летний eSports 2014, и хромированный, и хромированный 2, авангарды, дикие, феникс, темные, фальшн. Каких только нет, револьверные. Все, прям реально большой у нас сегодня ассортимент, как видите, да? Давай дикое откроем. Давай. Хочу дикое открыть. Именно вот этот кейс. Итак, ребята, я не знаю, вот... О-о-о! Нифига! Слушай, ну прям нормально, так нормально. Ну-ка, давай посмотрим, какого у нас состояния. Так, ребят, ну-ка, давайте сразу посмотрим. Немного поношенное, слушай. А сколько она стоит-то? Давай проверим, ребята, мне уже нравится начало. Начало, да, начало уже реально крутое. 1100 рублей! Неплохо, неплохо. А, так, мне тут написали, открой последний кейс, прорыв первым ключом. Давай, вот, ребята, давай реально послушаем подписчика, последний, то есть он сказал последний прорыв, да, или как, сейчас я еще раз открою чат, погодите, ребята, сейчас, так, он сказал, открой последний кейс прорыва первым ключом, первый ключ, где у нас первый ключ прорыва, вот он, и последний кейс, окей, ребята, хорошо, давай. Послушаем подписчика, надеюсь, он принесет нам удачу, потому что он уже... Нифига себе! За трек пролетел, Сайрекс. Ни хрена себе! Слушай, что-то подписчик, ну, блин, вот знал, давай напишем так, давай еще, я сейчас ему напишу, давай еще. Так, пока он думает, что мы будем открывать, ребята. Блин, ну смотри, ему прям чуть не подфартило, реально. О, пролетел, там два раза пролетело. Офигеть. Братан, ты серьезно? Вот, ребята, хорошо. На самом деле, на глобале творится что-то странное, ну вот реально. Так, а первый ключ Феникса, третий кейс нам написал подписчик. Первый ключ Феникса, третий кейс, хорошо. Пока. Откроем его, итак, сейчас по-любому красный что-то прилетит, смотри. Нет. Давайте сегодня будем, нам сегодня подписчик реально будет помогать. Гоу еще напишу ему. Пока он думает, что открывать, мы открываем пару кейсов. И потом уже прислушаемся к его тактике, друзья. Итак. Ну-ка. Итак. И... Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Блин, ну, конечно, ребята, хочется, понимаете, хочется очень дорогих пушек, сами понимаете, хочется кучи ножей. Было бы реально здорово, но, в принципе, у нас сегодня... Так, пятый дикий ключ... А, нет, пятый дикий, второй ключ. Окей, хорошо. Так, где у нас и дикий? Второй дикий и пятый, получается, кейс. Статрек Дигл пролетает. Так. Ну, что-то как-то не очень, на самом деле. Вот смотри, в тот раз ему как-то повезло. Давай еще. Так, хорошо, ребята, пока он думает, мы открываем дальше. Какой будем открывать? А вот давай, вот ты, давай вот сейчас просто выбери, скажи, какой хочешь. А перелисти страничку, что там у нас есть еще? Так, а давай темный откроем. Темный, давай темный откроем, неважно какой. Черный ФАМАС нас приветствует здесь, белый охотник. Итак... И... Ну, чё за фигня? Вот, ребят, не понимаю. Так, первый дикий, второй ключ. Окей. Хорошо, давай. Второй ключ. Где у нас дикий? Путаница просто нереально. Так, и первый. Ну-ка, посмотрим. Ново пролетает. Офигеть.
Ну почему не везет, ребята? Габен, ты видишь, что мы сегодня вообще по максимуму прям выкладываемся, мы открываем очень много кейсов, реально. Чё-то у Габена подписчик тоже это подметил, что у Габена плохое настроение сегодня какое-то. Блин, может, в другой день продолжим эти кейсы открывать? А то как-то не знаю, ребята, честно говоря, хочется у вас попросить поддержку, потому что сами понимаете, что 50 кейсов и 50 ключей это реально очень дорого. Посчитайте, это прям дикие деньги, реально, как дикий кейс, ребята, это прям, ну, пожалуйста, реально поставьте лайк, вот серьезно. Давайте соберем 15 тысяч лайков. Если наберется эта серия 15 тысяч лайков, мы будем так делать каждый раз. Мы будем открывать такое количество кейсов просто каждый раз, потому что для вас мне ничего не жалко. Да. Так, открываем следующий, хромированный 2. Второй, ну-ка. Кстати, еще ни разу не открывали мы за сегодняшнюю серию его и падает. Ну, понятно. Ну, понятно. О, тихо, что мы выпал там этот. Не-не-не-не. Нормально. Давай хромированный. Откроем. Обычный, да, обычный хромированный. Это первый кейс, ребята, откуда мне выпал нож. Ну, Сайвет Офф безмятежный. Попробую открыть первый хрома. Только что его открыли. Вот просто вот наша, знаете, вот интуиция совпала с интуицией подписчика, как бы, да. Так. Авангард откроем, да? Вот, да, давай авангард. Авангард тоже хороший кейс. Итак. И... Глок. Вот, ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, вот давайте просто сейчас все побудем немножко вангами, и вот давайте делайте свои предсказания. Выпадет ли нам что-нибудь сегодня помимо статрек новый, то есть дорогое, что-то больше, которое будет стоить 1000 рублей? Вот, реально, пишите в комментариях, повезет ли нам сегодня или нет. Посмотрим, сколько нас, сколько людей, которые считают, что нам повезло и что нам не повезло. Вот, реально. Так, давай 2013 откроем. На самом деле здесь, ну, только Ягуар и только Кортесейр, АВП и по 2000. О, синяя струя. Нифига себе. А смотри, уже который раз не синяя пушка, да, падает? По-моему, нет, стоп. А, три... Ух, ничего себе, я только сейчас это заметил. Чет, слушай, да. Чет прям непривычно даже как-то видеть такое. Да ладно! И опять, смотри. Четыре подряд. Не, я, конечно, понимаю, ребята, это хорошо, но это не хорошо. Но это как бы с одной стороны хорошо, а с другой стороны нет, потому что это никак не окупает, как бы. Лучше бы так ножи подряд подали. Да, это, конечно, лучше, чем синева, но это не лучше, чем, блин, чуть дороже пушки, сами понимаете, да? Давай авангард откроем. Давай. Я не считаю, сколько у нас осталось кейсов и ключей, но их осталось уже не так... Да ладно! Опять, нифига себе! Вы что, гоните? Давай посмотрим. Смотри, сколько уже подряд? 5 подряд! Опять, офигеть! Давай, давай посчитаем просто, как долго такое будет продолжаться. Вот мне реально интересно. Итак... Ну-ка, сейчас. Нам падает... Вот! А, все, да. Вот и закончилось наше везение, ребята. Вот оно и закончилось. Окей, откроем хромированный тогда второй. Давай посмотрим. Давай, что-нибудь... Понятно. Галильчик прилетел. Хотя бы Галил Эко, который стоит так же дешево, но хотя бы он нам выпал, ребята, реально. Хотя бы он нам выпал. Итак, смотрим дальше. Пролетает. Пролетело там что-то, офигеть. Статрек Глок тоже стоит неплохо так, но он тоже пролетает. Ну и падает нам берет и картель. Так, давай посмотрим. Не, много. Много, еще много у нас есть ключей, ребята, поэтому открывать мы еще будем долго. Шансов у нас много еще, поэтому... Книги в почве, привет. Привет, привет, привет. Но смотрите, только в начале пока что повезло на глобале, нам статрек нового выпало, как бы и все. Больше да. Не везет, не знаю почему, просто не знаю, реально. Итак... Ну-ка, давай, Феникс. Нет, ну, ладно, хотя бы статрек. Ну да, хотя бы статрек. Ну, да. Знаешь, вот реально, глаз радует статрек. Хотя, знаешь, синева, ладно, синева, но зато статрек. Вот, да, вот. Да, 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 да. Хотя бы как-то так. Открываем. Давай, давай. И... Вот, тра-та-та-та-та-та-та-та. Снова он прилетает к нам, ребят, ну... Я, конечно, понимаю все, но мне не особо хотелось синеву. Я хочу что-нибудь подороже. Давай, Габет, прислушайся к нам, пожалуйста, давай. Макс 7 жар. Прислушался, однако прислушался, да. Да. Ладно, хорошо, 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 Габен. Так, давай вот откроем вот тут вот этот феникс. Он чисто одинешенько такой, знаешь. Давай, давай. Стоит здесь такой, скучает, соскучился и... Да! Да! Опять. Хотя бы не синева. Да. Так, чтобы открыть, чтобы открыть, чтобы открыть. Может, ну-ка, у тебя какое-нибудь желание возникло? Так, ну давай попробуем прорыв открыть. Кстати, да, давай откроем прорыв, а какой? А любой какой-нибудь. А давай любой. Мы еще ни разу не открывали фальшун, вот ни разу. Кстати, да, я что-то... Я не знаю почему, но мы как-то до них вообще еще ни разу руки не дотянулись до них. Давай сейчас их попробуем, а то мы... Давай, давай. Вниманием даже не уделяем как-то, вообще странно на самом деле. Давай фальшун, третий ключ и третий кейс, и нам падает оттуда...
Ну-ка. Ну, слушай, что там... Зря, видимо, их начали открывать. Что-то фальш не зашел. Ну, понятно, ребята, понятно. Видите, да, вот что такое открывать 50 кейсов просто в CSGO? Это бредовая, на самом деле, идея. Ну, хотя бы... Не, на самом деле, хотя бы USPS кровавый тигр, потому что, давайте сейчас посмотрим. Ну, он не прямо с завода, он немного поношенный. Но он будет рублей 60-70 стоить. То есть это хотя бы, знаешь, синева, которая дорого стоит. Вот так вот назовем ее. Вот, потому что... Да, не... Вот подешевел он что-то. 24 рубля. Как? Просто как? Он стоил жить дороже. Да, я помню. Да. Я помню, когда я только начинал играть на ставках вот на вот CSGO, да, я выиграл USPS этот, он стоил там доллар, два. Офигеть. МАК-10, хроматика, ну гей, пожалуйста, давай, ради всех нас, ради всех зрителей, ну давай, ну что-нибудь хорошее. Они же так этого хотят, мы этого так хотим. Габен, давай. Пожалуйста. Ну покажи, что ты умеешь радовать, ну... Ай, не умеет он радовать, наверное. Да, блин, я не знаю, давай. Так, открываем дальше. Давай откроем туда хромированный. Давай, попробуем. Первый, давай откроем первый. Ну, давай. Так, открываем первый хромированный, и нам из него... Ну... Дилер Тыгл Нага. Хотя, вот, да, нормально. Да, неплохо, согласен. Так. Так. Какой бы нам открыть следующий, я даже... Давай темный, ладно. Раз куда нажал, тот и открою. Да, согласен. Я, честно говоря, сейчас в шоке. Я реально в шоке. В большом. Потому что 50 кейсов открыть, это, ну, нехило так. Сколько мы уже открыли, да, и только нового выпало. Вот, да. Честно говоря, я, ну, даже надо радоваться нове, но это мало. Габен, это реально мало. Что за бред? На такое большое количество кейсов одна дорогая пушка и то такая, да, ну, не очень прям. Да, то есть не очень дорогая. Просто, которая окупает, наверное, где-то только 1/10 или 1/11 этой серии. Капец, вообще. Просто жесть. Это, ну, бред какой-то, ребят, реально. Вот ставьте лайки, если вы тоже открываете кейсы, и если вам так же, ну, не везет или везет, как нам, не знаю. А вдруг всем просто везет, всем ножи падают, а тебе ага. Вот... Ага, ну, конечно. А, конечно. Офигеть. Это уже чересчур. О, стой, хотя бы мохин, стой. Ну ладно, хотя бы статрек. Хотя бы ладно, статрек. Простительно, Габен, хорошо, простительно. Вот, Габен, ну давай, ну вот, я не знаю, револьверных... И еще револьверных мы тоже не открывали сегодня. Да. Давай проверим. На самом деле, если нам падает что-то красное из револьверного, то это недорого стоит. Это вообще недорого стоит. Ну да. Ну, револьвер, привет. Вот мы открыли револьверный, вот нам выпал револьвер. Какого состояния он после полевых, наверное, да, после полевых. О, что-то... Вообще как-то что-то не идет. Да, ребята. Кейсов, что открываем, вроде и становится меньше, но все равно их очень много, реально. Так. Так, ну-ка. Давай вот сейчас три раза подряд откроем через инвентарь. А, давай. Вот давай, мы давай. Еще ни разу так не делали, открываем второй инвентарь. КВП красный. Ой-ой-ой, и вот бунт прилетел. Так, ладно, хорошо, спасибо. Еще раз давай. Так, давай хромированный вот этот откроем. Ага, окей, хорошо, нам придется докупать, окей. Хорошо, я вас понял. Нету у нас одного ключа, кейсика, точнее, Йорик, здравствуй. Так, и в последний раз давай попробуем. Тихо. Тоже там что-то нету. Так, где? А, я не туда листаю, не туда, погоди. О, подожди. Ну-ка. Охотничий. Их у меня как раз-таки нет. Давай сделаем так. Даже 51 сегодня мы, ребята, открываем ключ. Давай, ну-ка, охотничий. Про него я вообще забыл. Вот реально, давно них не открывали, ребят, согласитесь. И зря. И, видимо, да, зря. Да. Просто я не знаю. Капец. Так, ладно, давай сделаем вот так вот. И продолжим открывать. Блин, Димон, давай ты... Вообще давай. Ничего не падает. У меня уже рука устала нажимать просто. Реально. Почему? Вот, давай ты понажимай. Я бы понажимал, если честно. Ой, это вообще, ребята, ну что это такое? Я... Ясно. Ой, там 100 трек, ВПшечка пролетела. Понимаешь, нам пролетает, у нас пролетает сегодня замечательные пушки. Пролетает. Вот следующий из-под чекнут соло пролетает, реально. Ага, нету. Так, хорошо. Давай. Так. Я просто в шоке. Офигеть, сейчас что-нибудь опять пролетит. Ну, хотя бы статрек. Да, хотя бы статрек. Так, открываем темный.
Я помню, что был такой чувак, он открывал 3000 кейсов. Они открывали это пипец долго. И прикинь, вот мы открываем 50 кейсов, и это сколько дорого стоит. А они открывали 3000 кейсов, понимаешь, да? И ни одного ножика, дай мне. Да, ну там как бы чувак, который открывал эти кейсы, не знаю, многие, наверное, знают эту историю. Он как бы там из Дубаев, у него там, знаешь, гараж там на... А я знаю его. Ламборджини, там всякие Порше, поэтому там... Для него это, знаешь, 3000 кейсов, это как для нас... 10, наверное, да. Хотя 10 тоже многовато так-то. Офигеть, какие пушки пролетают. Там и статреки, оп. Карпкоев, привет. Ну, хотя бы что-то хорошее. Да, мы уже рады. Смотрите, ребята, как мало осталось. Вот сейчас осталось просто 5, и нам еще нужно один докупить, потому что мы забыли про один. Да, офигеть. И только ново. И просто только ново. Я в шоке, Габен, себя. Я просто в шоке. Бог, червей, АВП, привет. Ой, друзья, ой, просто так. Попробуй первый тираж хрома. Это мы его оставим на последнего. Это мы... Так, сейчас я прочитаю, сейчас мы досмотрим. Он написал, цитирую. Попробуй первый тираж хрома добавить. Вдруг Габен спрятал там что-то хорошее, ведь его давно уже там никто не открывает. Поэтому, ребята, да, мы его оставим чисто напоследок. Давайте мы сейчас сделаем вот так вот. Добьем, может. Инвентарь нажимаем по 2000, защитник империи. Понятно, понятно, понятно. Открываем еще один такой же. И сейчас, и нажимаем на кнопку, ну, понятно. И сейчас мы ставим на паузу, докупаем еще ключи и открываем дальше. Ну что ж, мы продолжаем открывать кейсы, ребята. Сегодня за всю серию мы откроем 55 ключей. То есть, если мы открыли уже 51, и у нас осталось 4. То есть, если это все сложить, то получается 55. Это очень много, это реально вот, ну прям пипец так вот до хрена. Вы это сами понимаете, и мы докупили хотя бы доедь до Грифона. Вот. А, там он и следующий тоже. Да, было бы здорово, на самом деле, если бы нам сейчас что-нибудь выпало. Оставим и рисовать, мы решили хромировать напоследок, докупили мы еще 3 авангарда, получается, да, нажимаем просто на кнопку. Ох, еще один Грифон. Офигеть. Неплохо. И сейчас, смотри, нож. Отвечаю, просто сейчас падает. Так, подожди. Ну-ка. Я запутался немножко, я сейчас запутался. Сейчас нам падает нож. Давай. Ну, падает статрек мрак. Ну, мракобесие. Хотя бы... Хорошо. Послушаем, ребята, подписчик. Подписчик дело толкует, ну, хорошее, наверное, надеюсь на это. Он тему мощную нам предлагает, да. Я доверяю вам, поэтому я доверяю подписчикам, поэтому прислушиваюсь, ребята, прислушиваюсь. И нам падает конечно, глок, же. Падает просто глок синева, ребята, ну, к сожалению, все довольно плачевно, особенно для нас. Конечно, мы можем сделать что-нибудь сейчас такое, но серия и так получается дорогая, поэтому, если что, давайте мы это оставим просто на следующую серию, реально. А пока что мы поставим на паузу и продолжим открывать кейсы дальше. Итак, друзья, мы продолжаем открывать кейсы, и сегодня на нашем балансе аж целых 3000 рублей. Сегодня, я не знаю, мы реально транжирим деньги как только можем, вот серьезно. 50 кейсов, откроем, 3000 на сайт, давайте сделаем, почему бы и нет. Так, Димон. Я вижу, что тут кому-то уже выпал калашик, вулканчик. Неплохо. Ну да. Ой, с чего бы начать, я даже не знаю. Давай будем по порядку. С тайной, засекреченной, запрещенной, засекреченной, тайной. И так будем, пока не закончится у нас денежки на балансе. Давай. 30% прибавим и открываем просто. И смотрим, что нам падает. Ну-ка. Давай. Что уже? Понятно. Просто понятно. Маг 10, лимоновый гонщик. Забираем, ребята, мне нужны вещи в CSGO. Так, засек. Боже, я уже просто не могу говорить, потому что реально столько денег просираем, и вообще эмоции, нервы и не только. Открываем засекреченное. Окей, хорошо. И выпадает Галил Эко. Ну, знаешь, на самом деле сотку, 85 рублей. Ну, конечно, не очень. Давайте теперь откроем запрещенное. Давай. 30% также прибавляем, ребята. Сегодня мы, я думаю, будем пользоваться этими шансами, вот, которые можно прибавлять. И ФАМАС, я забыл, как он называется. Пульс, по-моему, да? Нет, да. Не пульс. Или... По-моему, пульс, да. Пульс. Кстати, неплохо, на самом деле он стоит 100 рублей, и мы почти, по сути, купили, как бы, вот. Видимо, статрек он какой-то. Так, хорошо, давай идем дальше, тогда открываем, ребята, тайное. Так, я хотел, на самом деле, сейчас 20% к шансу прибавить, надо было поменять, но я что-то забыл. Ну ладно, сделаем это уже тогда в следующий раз, и нам падает, ну, блин. Галил. Все вообще никак не везет, хорошо. Вообще. Галил. Галил. Так, сколько денег? 1700. Чего? Быстро, да, мы как-то... Пипец, вообще деньги как-то быстро летят, реально, я не знаю почему. Ну ладно, хорошо. Открываем дальше, открываем мы за секреченное. И это банан. 5-7 банан, ребята. Ну, не знаю.
Что-то сегодня вообще, да, что и вообще. В прошлой серии, что и сегодня, ну, никак нам не фартит. Давайте здесь прибавим 20. Не 30, а 20. Поменяем что-нибудь в нашей тактике. Вот, потому что, ну, не знаю, нужно что-то менять. Ну, и... Охотник. Понятно. Ну, рублей 20, наверное, будет стоить сейчас. Ну, что? 130, нифига. А, наверное, статрек. Тут... Ну да, наверное, да-да-да. Вот, ну смотри, на 15 рублей даже плюс, что ничего себе, о, как круто. Давай тайну откроем, давай 10% прибавим. Вот смотри, мы сейчас поставили 20, нам повезло. Сейчас поставим 10 и посмотрим, что из этого выйдет. Если сейчас повезет, то будем все время 10% ставить. Опа! Это хорошо, это хорошо. 3700, да. Тактика-то работает? Тактика-то работает, это мы забираем. Ребята, здорово. Вот сегодня, вот хотя бы что-то, реально хотя бы что-то. 900 рублей у нас еще остается. Давайте тогда переходим на 10%. Будем сейчас дальше это все, конечно же, открывать. Так, и... Что же, что же? Да ладно, это гидропоника! Стой! Офигеть! Да ну нафиг! Я знаю рабочую тактику. А, слышишь, я вообще не знал, что она здесь есть. Она... Что? Есть, да, офигеть. Но она закаленка. Блин, почему закаленная? Почему? Офигеть. Ну, это, конечно, здорово, ребята, ну, ладно. Давай, слушай, давай, ё-моё, слушай, что-то... 10%, да. Что-то как-то я вообще в шоке, реально. Нам вообще нормально так, слушай. Офигеть. Мы даже что-то окупаем с тех кейсов, которые мы, ну, в КС-ке... Сейчас бы, если бы это вот тоже выпало бы... Ну, вообще здорово, реально. Ладно, сколько я даже не посмотрел, сколько я настроил. 26 рублей. 26 рублей надо было продавать, на самом деле. Так, смотрим, сколько у нас сейчас денег остается после этого, интересно, потому что, как мне кажется, что после этого открытия мы больше не сможем открывать тайное. Вот, хотя, давай, знаешь как, давай как сделаем. Давай пока так сделаем. Okay. Сколько у нас? 167 рублей, мои заказы. Сейчас давай сделаем так. Так, мои заказы, мы это продаем. Ага. А, так, давай дальше посмотрим что-нибудь здесь еще. Давай вот это продадим тоже. Давай, 29. Так, что мы можем еще здесь продать? Сколько у нас? 322 рубля, а сколько там стоит? 322 просто! 3, чисто 3, мы должны... 2. Стоп, подожди, сколько стоит? 392, ну блин. Давай, короче, откроем это засекреченное. Давай. Так, и десятку даже прибавим. Ну, мы могли на самом деле тридцатку даже прибавить. Ну ладно, нам везет сегодня на 10%, ребята, поэтому открываем мы с таким шансом, и падает и... птичьи игры. Да. Стоит они рублей 50, 85, неплохо. Ладно, давайте тогда сейчас подведем. Денег у нас просто, ребят, как видите, больше нет. 30, регион Калининграда, привет. Вот, сейчас мы перейдем тогда в КС-ку и будем уже подводить итоги сегодняшней серии. Ну что ж, настало время, ребята, подводить итоги серии. В общем-то, сегодня, ну, неплохо так получилось. Даже при том, ну, при том, как бы, учитывая тот факт, что мы открыли сегодня 50 кейсов, да? Из которых нам выпало только новый статрек, который стоит около 1000 рублей. Вот, как бы, на сайте мы хотя бы что-то купили сегодня. Конечно, не все, ушли мы в большой сегодня минус, конечно, если сложить все общие затраты, да, как бы, но хотя бы что-то мы окупили. Если мы потратили на КС-ку где-то 1011, на сайт мы закинули 3, то есть это в сумме где-то 14, а в КС-ке минус 1 тысяча, это получается 13 тысяч, на сайте это сколько там, примерно 5, да? Да, да, то да. Есть все равно мы уходим на 8 тысяч в минус, ребята, как ни крути, мы уходим в огромный минус, поэтому надеемся реально на вашу поддержку, также, ребята, наверное, давайте, нет, сегодня, я не знаю, но я вообще реально, вот, я дошираки, вот, привет, снова привет, я не знаю, сколько мне уже нужно ими питаться, вот, чтобы, не знаю, я, наверное, перестану их есть тогда, когда будут падать только ножи. Вот, ладно, ребята, надеюсь, вам понравилась эта серия, она получилась сегодня довольно такой насыщенной, потому что мы открывали очень много кейсов сегодня, надеюсь, это вам понравилось. Если вы хотите видеть такое часто, то, конечно же, пишите об этом в комментариях, пишите в комментариях вообще еще, какие кейсы вы хотели бы видеть, чтобы мы их открывали, вот, мы обязательно почитаем все, ребят. Mm-hmm. Вот. Ну, надеюсь, вам еще раз понравилось это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте только положительные комментарии, друзья. Всем пока-пока. Всем пока, друзья.